два стихотворения в качестве характеристики момента. «Трудно быть Богом, легко пустотой. Познал я, что это одно и то же. Я не хочу ничего и тожить, пока не насытился красотой». И второе. «Мы обживаем то пространство, того святого государства, где пишутся стихи с листа, где правит балом красота». Ну вот. С пятницей, дорогие мои, успехов!